машинисты электровозов. Без специалистов этой профессии невозможно представить как деятельность управления промышленного железнодорожного транспорта, так и всего Алмалыкского горно-металлургического комбината в целом. Представители именно этой профессии, управляя железнодорожными составами, обеспечивают перевозку руды с карьеров на обогатительные фабрики. Это люди, от которых требуется не только владение прочными знаниями и навыками, но и особые качества характера – ответственность, самодисциплина, умение быстро принимать решения. Коллектив УПЖТ по праву гордится своими опытнейшими высококлассными машинистами, под стать им и молодое поколение, которое сравнительно недавно влилось в ряды железнодорожников. Яркий тому пример – участники ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший машинист электровоза УПЖТ», который был организован профсоюзным комитетом, Союзом молодежи при поддержке руководства этого подразделения комбината и приурочен к празднованию Дня работников профессиональных союзов Республики Узбекистан. По условиям конкурса за звание лучшего боролись 17 машинистов-электровозов в возрасте до 35 лет. Каждый из них постарался проявить себя и набрать наибольшее количество баллов в ходе двух этапов. Теоретический этап стал своеобразным экзаменом, где ребята отвечали на вопросы билетов, включающих проверку знаний по устройству и принципу работы подвижного состава, системы организации движения поездов и принципы сигнализации, охраны труда и техники безопасности и многое другое. Далее R34, собственная блокировка у него есть. При срабатывании катушки R34 блокировка своей замыкается. В ходе практического этапа участники конкурса демонстрировали свои знания и навыки управления электровозом, обнаружение неисправностей в работе оборудования. Подводя итоги конкурса, организаторы поблагодарили всех участников, отметив хорошую подготовку каждого, а затем объявили результаты. По сумме набранных баллов третье место занял представитель железнодорожного цеха номер 1 УПЖТ Шермаджон Абдираимов. Второго места удостоен также работник ЖДЦ-1 Шерзот Абдуджабаров. А победителем конкурса «Лучший машинист электровоза УПЖТ АГМК-2021» признан представитель железнодорожного цеха номер 2 Андрей Харунов. При этом день проведения финала конкурса совпал с днем рождения победителя. Мы желаем лучшему машинисту электровоза УПЖТ Андрею Харунову новых жизненных побед. Спасибо всем, кто организовал этот конкурс. Я очень доволен.